Не болит, разрывает твой взгляд, будто бы динамит. И не могу о любви, это супер экзотика. Не нравится мне это твое ноу-хау. По-любому чихну в натуре. Две ветки, поправь, убери ветки. Сейчас. Убери ветки, говорю. Сейчас. Распределились по периметру. Наблюдаем. Сюда иди. А что, господин Гуров уже вернулся? А он никуда и не уезжал. Это его логово? Да. Ай да Бурый. Его вся милиция ищет, а он не парится. Ну вот, прошу. О, господин Бурый знает толк красивой жизни? Да. Здесь он чувствует себя в полной безопасности. Что-нибудь выпить? Нет, я не пью. А я выпью. Пожалуйста. Господин Бурый скоро выйдет. А вот и вот. Со мной согласен ты хоть на край земли. Я понимаю, что все это игра. И только ради тебя я беру карты. Нет, счастливее меня. Минуты когда между Так вы и есть Зверев. А я думал, вы другой. Обманывать ожидания — мое кредо. Как вам погода? Да, погода отличная. И вид у вас тут хороший. На залив. Да. Тут все красиво. И все это принадлежит мне. А у вас есть к нам конкретное предложение? Можно и так сказать, да. Вы сдаете нам всю цепочку в обмен на свою жизнь. Все просто. Знаете, меня это не устраивает. Зверев. Майор, если я не ошибаюсь. Боюсь, у вас нет другого выбора, господин Бурый. То есть хозяин, если я не ошибаюсь. Иначе вы не стали бы прятаться здесь у себя в норе. Слышишь, ты не боишься, что здесь, как ты выразился, в норе, у меня тоже небезопасно. Здесь все-таки высоко. Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Понимаю. А ты что делаешь-то, а? Что происходит? На таблетки поднесу. Афон! Я не чихнул в натуре. Афон! Как там сейчас? Не надо, я же не надо. Плыви давай отсюда.
так что, господин Бурый? Может быть, рассмотрите наше предложение? Рассмотрим. Не ожидал. Обманывать ожидания мое кредо. Извините. Да, алло. Товарищ полковник? Господин Буров согласен с нами сотрудничать. Понял тебя. Да, давай. Это Зверев. Бурый раскололся. Сдает всю группу. Поздравляю, господин Будько. Дверь дел уроду, а? Ёханый бабай, а? Понимаешь, нам теперь точно крышка, а? Понимаешь? Нам конец, понимаешь это? Пыхтит, ходит. Я тебя самого завалю когда-нибудь, понял? Жорик, не надо, я же твой брат. Что, Жорик, не надо, это ты хреново, что ты мой брат. Если бы наша мама покойная перед смертью тебя дурака мне навязала, я бы тебя давно уже пристрелил бы. Что нам теперь делать, а? Я думаю. Что ты делаешь? Думаешь? Чем ты думаешь? Вот этим ты думаешь? Это не думает у тебя. Это только капает. Думает он. Значит, так, короче, единственный выход это вернуть товар, ясно? Фу, ты мне машешь головой, сидит тут. Пошли, попугай. Сегодня в особняке в пригороде Одессы было совершено покушение на известного бизнесмена Илью Бурова. Следствие располагает фотографиями предполагаемых киллеров. Просьба всем, кому что-либо известно об этих людях, сообщить по телефонам, которые вы сейчас увидите на экранах. Пашка! Ты что там делаешь? Ничего! Рисую! Сегодня в особняке в пригороде Одессы было совершено покушение на известного бизнесмена Илью Бурова. Следствие располагает фотографиями предполагаемых киллеров. Просьба всем, кому что-либо известно об этих людях, сообщить по телефонам, которые... Прочитайте и распишитесь. Товарищ майор, мы обыскали все в округе, никаких следов. Я думаю, они ушли морем. Ясно. Отбой, капитан. Есть. О. Сынуль, кто там звонит? Это папа Зверев. Алло. Пашка, привет. Это я. Как у вас, все нормально? Хорошо. Мама в душе, а я телек смотрю. Ты скоро приедешь? Да, я скоро приеду. Слушай, передай маме, что... Я сейчас ей трубку дам. Давай, давай. Алло, Олег. Ты скоро будешь? Я скоро буду. Маш, я просто хотел тебе сказать кое-что важное. Что-то случилось? Нет, просто я... Извини, я должен тут идти, я тебе потом перезвоню, ладно? Хорошо. Ты что, Пашка? А? Ничего, просто так. Там? Рум-сервис. Кто-кто? Обслуживание. Ну, спокой ты был там, а? Тихо. Давай, 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 давай. Скорее пойдем. Ну что ж такое-то, а вот придурок!
Руку давай! Руку давай сюда! Давай, иди! Полудурок, а! Полезай! Полезай! Вылезай! Полудурок, а? Паша! 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 Да. Алло, Олег! Моего сына! Пашку похитили! Кто похитил? Когда? Я не знаю. Я не знаю. Было двое. Так, Маш, не волнуйся, все будет в порядке, мы его найдем. Значит так, я сейчас еду в гостиницу, жди меня. Слышишь? Паша. Товарищ полковник? Да? Пашку, моего сына похитили. Ну, я же говорил, что брать с собой женщину и ребенка, ну, это глупость. Я сейчас еду в гостиницу. Пожалуйста, организуйте поиски. На связи. Что-то случилось, господин Будько? Случилось. Похитили сына Зверева. И думаю, что это наши киллеры. Что-то случилось? Happened. Случилось. They kidnapped Зверева. Они похитили сына Зверева. Кстати, вы обещали их взять на себя. Ну и где они? Если бы не ваша провальная операция в бане, господин Будько, эти киллеры давно были бы в тюрьма. Зверев is asshole. Этот Зверев идиот. Let go. Идем. Вот что он сейчас сказал. Don't tell him. Не говори ему. Вам это лучше не знать, господин Будько. I see you have fallen over our business. Я вижу, ты увлекся нашим делом. Твой отец будет рад. What we're gonna do now? Да, но что мы будем делать сейчас? Now. Сейчас? Now we will try to take them. Сейчас first. Мы возьмем их первыми. That's why Butko's eye once again. Утрем нос Будько еще раз. Maybe this can help us. Может, это нам поможет? Good job, Sonny. Хорошая работа, сынок. Good job. Хорошая работа. Не стоит. Ребенок, Оксана, пацан, не видишь? Так а что с ним делать вообще? Дождемся, пока менты затихнут, потом позвоним брату Шалова и узнаем, где товар. Так а что, долго он тут будет? Ну, я не знаю, часа три максимум. Слушай, на нас менты могут засечь, ты шо? Ну вы потом свалите, а Оксана, мне все! Что делать? Что ты заладила, что да шо? Все, я сказал, пока наркоту не заберем, пацан будет здесь. Так, иди какую-нибудь пайку ему организуй, и нам пожрать что-нибудь. Да достали вы давай. С этой пайкой уже. В сарай его неси, в сарай. Хорошо, Жень, хорошо. Давай. Рот, я сказал. Не хочу! Валю, сам закрой! Ты спаришь. Сам закрой! Ненавижу! Помогите!
Олег, что мне делать, куда они его увезли? Все, успокойся, его уже ищут. Все будет хорошо, не волнуйся. Я даже крикнуть не успела, понимаешь? Да. Это я виновата, я. Успокойся, ты ни в чем не виновата, понимаешь? Зачем ты все будет хорошо. В это? Зачем ты втянул все, нас во все это? Успокойся, прошу тебя, Маша. Тихо. Верни мне Пашку. Конечно, обязательно. Я тебе обещаю, верну. Им нужен не он, а я, понимаешь? Я. Я ничего не понимаю. Прости меня. Найди мне моего сына. Пожалуйста, верни мне моего хорошо, сына. Найду. Тихо. Все, не плачь, не плачь. Тихо, я его найду. Все будет хорошо. Я его найду. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну что, есть какие-нибудь новости? Да мы дали объявление по телевидению. Показали фото. Ну, мы делаем все, что можем. Ты оставайся в гостинице, сиди и не дергайся. Надо будет помощь, так я тебе сообщу. Все. Ага. Они обязательно должны выйти на меня, я уверен. Нужно только немного подождать. О! Решетка. Кактусы. Ау! Колючий, то, что надо. Карбонару заказывали? Давай, давай, давай. Что, все что ли? Не отработал еще. На. Персику. Так, а тут у нас что? Жрите. Отпустите меня! Ну вот что мне с ним делать? Он мне сейчас весь сарай там разнесет. Слушай, давай я его вырублю. Слышь ты, жри, сиди, вырублю. Я тебе сейчас сам вырублю. Ладно, пусть орет. Слышь, в прошлый раз, когда ты с Турции своего кореша припер, я чуть не попала. Мне задолбалось уже подставляться. Ну что ты все? Ну не попала, ну что ты все? Ну что ты все задолбал? Ну все же нормально обошлось, а? Знаешь что? У нас, наверное, да, вот сейчас запас у нас есть. Давай что-нибудь бухнем, а? Есть что бухнуть? Нема. Нема. Все у тебя нема. А что такое? А что такое? Коди хочет поразвлечься. Ксюх. Оторваться. Ксюх. Ну. Ксюх. Ну не Ксюх. Ну, все, Ксюх. Ну не время, ну Ксюх. Давай, Ксюх. Седайте. Ксюх. Ксюх. Пошли. Брат. Давай, давай. Братан. Не впадлу. Возьми тарелку, а? Отнеси пацану похавать, а? Пожалуйста, не впадлу. Давай, иди уже. А ты неси давай тарелку. Похавать. Как отрываться, так они. А как похавать, так сразу братан. Достали в натуре. Ксюх.
вставай! Это пацан! Пацан, пацан! Оксана, ну! Отсюда цепь-то, а ну! Оксана! Давай, давай! Давай, ну что? Давай! Муфон, вставай, вставай! Вставай, где пацан? Пацан где? Алло, подъем, 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 слышь, подъем! А что это такое? Это... Вообще, не понял? А? Убежал! Твою мать! Вон он, вон! Смотри, у ворот стоит! Стой! Стой! Куда ворот? Куда? Куда? Убери собак! Убери собак! Умри! Умри, я сказала! Иди сюда! Сюда иди ко мне! На, забери его! Достал, а? Пазик! Надо за ним будет. Покажется, они... Да, я слушаю. Алло, Бойко, твой пацан у нас. Папа, я здесь! Ну, я не сила! Слышишь? Вот. Я хочу поговорить с ребенком. Что ты хочешь? Поговори с ним. На, поговори. На, убери руки. Поговори с папой. Скажи ему, что с тобой все в порядке. Поговори. Папа, со мной все хорошо. Я их как-то задавил. Убедился? Убедился? Что вы хотите? Что мы хотим? Мы хотим товар. Где товар? А? Он в тайнике. Приезжайте ко мне домой, отдадите мальчика, получите товар. Хорошо, значит так, Бойко, слушай меня внимательно. Мы будем тебя в течение часа, но учти, не дай бог кипишнешься, позвонишь мусорам, ментам, учти, я тебя предупреждаю, огорчусь. Ты своего пацана не увидишь никогда, ясно тебе? Ты понял меня? Понял, понял. Все, через час жду вас у себя на квартире. Давай, целую ручки, аривидерчи. Что они хотят? Они хотят героин. Какой героин? Что с Пашкой? С ним все нормально. Ты слышал его? Да, слышал. Да, все, 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 успокойся. Товарищ полковник, мы нашли свидетеля, который узнал киллеров. Он их видел в женской одежде у ограбленного магазина. И шо? И шо? Сюда его веди. Есть. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, что вы видели? Я видел. Все видел. Они были в женской одежде. Я когда по телевизору видел, сразу узнал. Я ехал на машине, а она меня по лицу пистолетом ударила. Кто она? О, один из тех, в женском платье. Потом они в машину сели. Я номер записал. Вот. Пробей по базе. Срочно! Есть. Что ж вы сразу в милицию не пришли? Я сначала в больницу поехал, товарищ милиционер. Она мне лоб разбила. Ух, магис дедаватире, а? Что? Ничего, товарищ милиционер. Я когда фотографии по телевизору узнал, я сначала испугался. А потом, когда сказали, что ребенка украли, я пришел. Молодец, что пришел. Товарищ полковник, номер пробили. Оксана Конопля проживает в Пиляевке, в пригороде Одессы. Так, срочно все свободные группы на выезд. И сообщи этим иностранным коллегам, чтобы их как сквозь землю провалились. Срочно выезжаем. Есть. Спасибо вам, товарищ грузин. Я сейчас должен поехать к себе на квартиру. Ты оставайся здесь. Просто так нужно. Так нужно. Нет, 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 нет. Подожди, почему ты не отвечаешь? Я не хочу рисковать. Я все должен сделать сам. Сам.
Да где ж тебе черти носят, Зверев, а? Да что ж ты трубку не берешь? Ну что, товарищ полковник, выезжаем? Да. Не могу дозвониться Звереву. Ну, начинаем без него, времени нет. А где эти иностранные коллеги? Тоже недоступны. Ну и слава богу. Понял. Ну где все? Слышь, Коть, так а что мне делать, если сюда вообще менты завалят? А что делать? Ты ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаешь. Сиди, не дергайся. Мой папа все равно вас побьет! Вы преступники! И я вас по телевизору видел! Слушай, он достал меня, давай его вырублю! Я тебя, блин, сейчас сам вырублю! А я добавлю. Все, хватит мазать свои прыщики, ёханый кактус, давай. Все, собирай его отсюда, вози к чёрт матери, надоел. Все, вперед, вперед, вперед! Все, пацан, ты достал меня. Отстань! Давай, к папе едем. Все, Ксю, слышь? Правда, пора собираться, а? Времени совсем нет. Так а что мне теперь вообще? Полгода тебя опять с этой Турцией ждать. Ну, Ксюх, я тебя прошу, не реви только, я тебя умоляю, а? Ну, не реви, Ксюх, ну не люблю, а? Да куда бы за кем тут реветь? Конник. Ксюх, все. Все. Будь мужиком. Все.
что застыли, а? Вперед! Вперед! За мной! Что здесь произошло? Стоять! Hands up! Hands up! Руки за голову! Hands up! Hands up! Get your hands up! Руки вверх! Come on! Hands up! Where did you get this gun? Где ты взял этот пистолет? In the toy shop. В магазине игрушек. Где товар? Сын мой. Где товар, я спрашиваю? Где мой сын? Я говорю, где товар? Сын где? Я говорю, где товар? Сын мой где? Тут папаша, какой ты доставучий, а? Я тебе сказал, что с твоим сыном все в порядке. Сначала ты мне говоришь, где товар, а потом я тебе говорю, где твой сын. Сначала мальчик, потом товар. Слышь, что в натуре, не понял, что ли, а? Я тебе сказал, сначала ты говоришь, где товар, а потом я говорю, где твой сын, усек? Я ничего тебе не скажу, пока не буду уверен, что с моим сыном все в порядке. Бойко, а? Слушай, какой-то неугомонный прям в натуре, а? Хорошо, пожалуйста. Давай. Я звоню. Вот. Давай, жду. Алло. Поднимайся, он один. Поднимайся, я тебе сказал. Все, пожалуйста. Достал уже. А вы что здесь делаете? Ёксель-моксель. О, господин Будько, какая приятная встреча. Ну давай, шевели копытами-то, а. Жорик, иду, иду. Пожалуйста, пожалуйста. Ногами шевели, шевели. Паша. Так, тихо, 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 тихо. Где товар? В подвале. В подвале замечательно. Пошли в подвал. Развяжите его. Ага, чтобы он мне руку откусил. Развяжите, сказали его. Папа! Так, стоп, папа, папа. Пошли в подвал. А с этим что? Не знаю, запихни его на кухню. В квартире запрем. Не найдем товар, вернемся. Давай, все, шуруй, шуруй, шуруй. Посиди здесь и все. Ничего не бойся, ладно? Да ничего я не боюсь. Сиди здесь. Давай, я давай. Не плиту не включай. Чье? Я спрашиваю, чье? Так ахаля моего. А что, запрещено? А это у тебя откуда? Чи уже готовимся понести наказание? Так я могу ускорить этот процесс. Учти, чем больше ты будешь упрямиться, тем дольше потом будешь сидеть. Да не знаю я ничего, ну не знаю. Давай спокойно. Там в доме настоящая комната пыток. Цепи какие-то, плетки. Так вы еще и дитя мучили. Ах ты ж тварь. Так, забирайте ее. Пойдет как сообщница. Эх, Оксанка, не видать тебе счастья в этой жизни. Да не мучили мы, не мучили. Это мое вообще все. Я не знаю, куда они поехали. Ну забрали дитё, да поехали куда-то. А, так значит, они все-таки были. Куда они поехали, говори. Да не знаю, ну какому-то Бойко. Ну позвонили, уехали. Ну не мучили. Так, эту в обезьянник. Что такое? Так, сейчас быстро в город. На квартиру в зверь. Не, ну тоже мини-герой. В этих пачках то, что вы ищете. А ты не боись, мы сейчас это еще проверим. На, держи. Это ж опять мука. Как мука? Господи, как меня задолбало это все уже в натуре, а? Какая мука, да я попробую. Такая мука, на, посмотри, какая мука, а? А! Глаза! А! Точно мука! Глаза!
ничего не вижу. Стой, стой! Уйди отсюда! Уйди, уйди отсюда! Ну ты, козел, получишь. Понял? Нос! Нос! А! Если ты мне нос сломал, я тебя точно убью. Я тебя за Шурика! Иди на него! Иди на него! Брат, козел! Ой, что такое? Что такое? Я Бойко из пятой квартиры. Узнали? Ой, господи, боже мой, мамочки мои. Вам чего? Вызовите, пожалуйста, милицию. Кого? Там милицию. Там в подвале грабители. Я их задержал. Ой, грабители. Боже, боже, боже. Нам только грабителей не хватает. Нет покоя ни днем, ни ночью. Алло! Алло! Это милиция? Паша! Паша! Пап, я не боялся, я только собак боялся. Я так бы я уже давно сбежал. Молодец. Смотри, что я нашел. Пашка, ты понимаешь, что ты нашел? А ты же... Да, я знаю, это наркотики, за которыми они охотились, да, папа? Слушай, ты молодец. Но ты даешь. Пап, я хочу к маме. Когда мы поедем? Сейчас. Устал, да? Странно. Ладно, поехали к маме. А, боже, боже. Что вы не поняли? Я еще раз говорю, у нас у подвале грабители. Приезжайте. Что в каком подвале? Дворянская, 33. Дворянская, 33. Приезжайте срочно. Доброй ночи. Скажите, доброй. Я Валентина Бойко из первого номера. У себя? Бойко, вы сказали? Да. К ней приехало два человека, она ушла вместе с ними. Что? Куда ушла? Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос. Да, алло. Товарищ полковник, это Зверев. Что ж ты творишь, майор, а? Что ж ты трубку-то не снимаешь? Потом отчитайте. Маша пропала. Что? А мальчик где? Он со мной, с ним все в порядке. Григорий Иванович, у меня в квартире, в детской. Да уже нашли. А, уже нашли? Все, еду в управление. Мы тоже. Не, ну здорово ты этих скрутил. До сих пор чихает. Ладно, встретимся на месте, поговорим. Thank you.
Мы найдем ее, майор. Главное, что киллеры здесь ни при чем. Я надеюсь. Товарищ милиционер. Да подожди ты. Так что ж получается, что Шалый вызвал сюда брата, чтобы его семьей прикрыть тайник? Ну и ну. Но он же ж не ожидал, что его так быстро уберут. Хотел скрыться, а потом по-тихому вернуться и сбыть товар. Если только его встречу. Бойко! Товарищ полковник, скажите этим, чтобы они отвалили. Бойко! Ой, не нарывайся! Пашка! Мам! Сынок, а с тобой все в порядке? Да, со мной все в порядке, я нашел наркотик. Товарищ полковник, это не настоящий бой. Мы навели справки в Москве и арестовали женщину, что скрывалась в отеле. Идиоты. Ты, товарищ полковник, это дело требует пояснения. Если этот Бойко, не Бойко, то кто же тогда Бойко? И этот Бойко, кто он? Кто он? Товарищ полковник, и что он здесь делает? Как же вы меня достали. Бойко! Не нарывайся! Майор Зверев, Российская Федеральная Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ну, вот и познакомились. Майор Зверев. Олег. Мама! Папа! Папа. Господин Будько, господа, мы привезли настоящий Бойко. Томми? Здрасте. Привет. А что вы слышали? No, it's cool where I am. Нет, круто, там, где я. Молодец, Джо, молодец. Окей. На, кинем монетки. Что вы сюда вернулся опять? Загадаем желание. Ну что, еще сутки побудем здесь, а завтра с утра пораньше обратно домой, в Москву. Да, конечно. Маш, я хотел тебе сказать, но, точнее, ну, то есть я... Олег, Маш, мне кажется... Так, стоп. Говорите по одному. Ничего не понятно. Зверя сначала ты... Спасибо. Маш, я... Стоп. Мам, теперь ты. Я... Не знаю, что сказать. Придется мне... Зверев, ты нам нужен, а мы нужны тебе.